What the fuck? Что за фигня? Я самого себя убиваю. Что? Набираем 200 лайков, и я выпущу новый видеоролик. Йоу, всем привет, с вами я, Игрокодор. Сегодня бы я хотел погриферить на одном топовом сервере под названием U-Game. Скорее всего, вы уже знаете, что за серф, вы уже играли на нем, наверное, но не знаю. Короче говоря, сейчас я пойду гриферить и искать чуваков, которые, не знаю, даже может кидстартеров буду искать, убивать их и забирать их вещи. Давненько у нас не было грифер-шоу, так что, ребят, погнали! Хорошо, я вижу одного чувака, тут он что-то вообще один, тут строит домик. Так, быстренько нужно залететь. What the fuck? Что за фигня? Я самого себя убиваю, что за... Это кидстартер, короче. Это кидстартер, ребят. Это кидстартер. Лол, это мой ник, серьезно? Что за фигня? Лол. Офигеть. Вот, ребята, честно скажу, честно. Вот я серьезно, это никакая не подстава. Серьезно, я просто иду. Тут чувак с моим ником. AdorePlay. Смотрите, что пишет. Офигеть. А знаете, какой у меня ник? У меня AdorCraft. У меня ник AdorCraft. Вот он, еще раз убиваю его, лол. Я самого себя убивать, вообще просто прикольно, лол. Окей, ладно, он уже бомж, я просто убиваю его, у него бомбит просто жестоко. Хорошо, я пошел искать других чуваков и пойду дальше гриферить. У него, блин. Так, вы вышли с PvP. Окей, ну у него все вещи забрал. Смотрите, вот, офигеть. Окей, пойду искать других чуваков. Ну, это было, конечно, совпадение, ребят. Вот серьезно говорю. Смотрите, что пишет. Вот, смотрите. Вот это жесть. Ну хорошо, я пошел дальше искать чуваков. Ну что ж, погнали. Так, окей, вижу два челика каких-то тут стоят. Быстренько нужно сейчас подойти к ним. Беспалевно убить. Так. Получится ли у меня или нет? Даже не знаю. Вот этого кидстарт. Не знаю, у меня не получается. Вот, все, убил его. Теперь этого бомжа надо убить. Все, изи, убрал их двоих. Отлично. Так, ну, изи, короче, вот его все вещи. Офигеть, у меня, блин, переполнено все. Сейчас, короче, давайте, ребят, я построю быстренько домик. Там поставлю, короче, все сундуки и буду туда слаживать все вещи. Окей, блин, столько вещей, конечно, я не смогу взять, у меня все переполнено. Ну, окей, ладно, не будем на этом останавливаться, двинемся дальше. Ну что ж, погнали. Смотрите, ребят, я хотел построить домик, я еще не успел заприватить. Но тут один челик, короче, подошел ко мне, хочет меня, наверное, убить. Вот, закрыл, видите, землей закрыл. Он где-то тут, а, блин, он, наверное, сверху сейчас появится. Вот черт. Ну, у меня нормально вещей так-то. Так, вон он, тихо. Тихо, они идут сюда. Окей. Главное, чтобы потерю не словить, нужно сейчас нормально с ними сражаться. Если сейчас они зайдут, то мне нужно с ними драться. Получается, я сейчас на шифте сижу, меня не должны видеть. Так, интересно, что будет? Блин, я еще не успел заприватить, капец. Окей, сейчас будем ждать. Но надеюсь, они сейчас не зайдут сюда. Я супер надеюсь. Вот он, челик. Вот он, что он делает, придурок? Что он хочет? Он пытается сломать что-то? Что-то сделать пытается, лол. Да я его сюда не пущу, лол. Серьезно, чувак, зачем ты сюда идешь, лол? Окей, короче, смотрите. Значит, что сделаю? Вот он открывает сундуки. Ах ты, лол. Жесть, вот это жесть, конечно, вот это жесть. Он забрал все вещи, уходит. Лол, ну я не все вещи положил туда. Я не все вещи положил. Окей, он хочет драться, наверное, да? Ну иди сюда, давай подеремся, окей. Ага. Ну чё, чувак, чё ты уходишь-то, а? Он ушел, короче, там уже приват. Офигеть. Окей, понял. Он подошел, забрал мои вещи и ушел. Ну блин, это жесть, конечно. Ну окей. Этот, знаете что? Мне нужно срочно сейчас заприватить, короче, ребят. Блин, офигеть. Они, конечно, я очень близко сделал к спауну свой домик, но ничего страшного. Он забрал все мои вещи и ушел. Окей, сейчас давайте заприватчу и погнали дальше.
Знаете что, ребят, я решил все-таки не строить никакой домик и ничего не ставить. Я просто буду всех гасить, короче. Всех гасить, всех убивать. То есть ходить, искать людей, искать чуваков, их убивать. И чтобы они оставались без вещей, короче говоря. Ну не знаю, блин. Или просто тупо оставлять сундуки, ставить. И чтобы там они лежали, тупую вообще не знаю где, просто вот на открытом местности. Ставить сундуки, оставлять, может он, чувак какой-нибудь подойдет, будет забирать вещи, ну не знаю, хз. Ну короче говоря, я не буду ставить дом никакой, просто буду ходить, искать людей, гриферить. Ну потом уже как-нибудь в следующий раз можно будет поставить дом. Ну блин, я только что никак не успел поставить дом, потому что очень много людей там ходят и так далее, могут меня убить и так далее. Хорошо, ребят, давайте сейчас найду еще одного чувака какой-нибудь и попробую его загриферить. Лол, что за чувак? Плеер, он что-то летает, серьезно? What the fuck? Эй, чувак, ты кто? Тут какой-то читер, лол. Окей, ладно, я не буду. Это читер? У противника включен режим полета. Я не знаю, плеер, да, вообще хз, серьезно, он что-то ходит. Он как-то тпетнулся ко мне, не знаю почему. Зачем он тпетнулся, может как-то узнал меня или что? Теперь будет за мной преследовать, наверное, нет? Ну окей, ладно, короче, ребят, давайте погнали, сейчас найду еще чувака. Капец, столько тут людей всяких, блин, просто мешает. Ну окей, сейчас, короче, попробую найти еще чуваков и попробую загриферить, погнали. Ребят, я не знаю, какой-то челик за мной сюда ходит, хочет со мной пвпшиться или что. Ну все, понятно, он хочет меня убить, окей, понял. Понял, у него тоже алмазка, понятно, все понял. У него тоже алмазка, блин, конечно, печально, ну ладно. Я попробую его снять сейчас. Без понятия, сниму или нет. У меня нету яблок алмазных. Ой, точнее, этот. Так, золотых яблок, блин. Ах ты, да ёшкин кот. Он ко мне тпэткался каждый раз. Я не знаю, что он хочет от меня. Он реально хочет со мной ппшиться или что? Я же его сниму. Либо он меня знает, скорее всего. Ну, я хз вообще, серьезно, ребят. Не знаю, что-то я... Немножко плохо получается его снять. Но я попробую его снять. Вон полностью, так. Да сдохни! Так. Что за фигня? Он что, летает? Блин, what the fuck? Он попасть не может даже по мне, лол. Вот это рачало, конечно. Блин, а. Так, сейчас, давай. Да я не могу никак. 8 хп из 20. У него 8 хп. 6 хп. 6. Ракал, повернись. Типа со мной хочет попвпшиться, но, блин, увы, ты не сможешь меня убить. Ну, если ты только не читер, блин. Так, у меня немножко подлагивает, и поэтому... Он еще уходит туда-сюда? Да стань ты на месте. Ёлки. 3 хп. 3 хп у него, 3. 3. Гаси. Так. Что за фигня? Что ты убегаешь, дурак? 1 хп. 1 хп у него. Да. Так. Все, убрал его. Отлично, убрал. Офигеть, это было потно, конечно. Это просто жесть была. Так, у него кит-вип, насколько я вижу, да? У него кит-вип. Блин, а, это потно, конечно, было. Это просто было потно. Ну все, я подобрал его все вещи. Попвпшился с ним, он рахал, сдох, я его убил, он с алмазкой что-то убегал от меня, без понятия почему. Ну блин, это была жесть, конечно, это просто была жесть. Я могу просто тупо поставить сейчас сюда сундуки, сюда наложить вещей. Ну просто в тупую даже, да, например, вот. Стекло там, например, камни, которые не нужны, да, прям супер такие вот. Вот камень. Вот это вот доски, которые можно по дефолту взять, например, да, какие-то вещи. Ну вот это можно положить. А вот такие вот основные можно забрать, в принципе, вот. Так, все, забрал, отлично. Сюда тоже можно что-нибудь положить сейчас. Так, что еще? Вот это можно положить. Я не буду приватить, пофиг, пусть лежат вообще, насрать. Окей, все, это забираем. Это все забираю. Так. Ну все, нормально, тогда я собрал инвентарь себе. В принципе, вот это можно выкинуть, на самом деле. Вот эти вот... Лук вот это выкинуть можно. И вот это забрать. Основные. Окей, все. Нормас. Ну все, я заполнил свой инвентарь. Нормально так-то.
Капец, это было, конечно, потно, и еще шок-контент, то, что я самого себя убивал. Видели того чувака ник? AdorPlay был ник, AdorPlay111, я его загасил, он начал, короче, на меня материться и так далее. Ну, может, не знаю, может, смотрел мои видеоролики, может, знает меня, поставил ник, как у меня, может, тут выпрашивает всегда какую-нибудь привилегию, не знаю, хз. Ну, одного чувака я снес, а также вот только что снес какого-то чувака, он летал, потом еще делал ко мне ТП. То есть, ТП-шился ко мне, ну, точнее, я должен был принять его ТП, но я не принял, а потом он сам подошел ко мне, как-то нашел, не знаю, и все-таки хотел со мной попп-шиться, но я его снял, это было изи, конечно. Ну все, вот, я понабирал тут вещей нормас, и еще сюда положил все вещи, ну, как все, немножко такие вот ненужные вещи сюда положил, пусть тут валяются вещи, не знаю, может, кто-нибудь подберет, заберет, хз. Ну окей, ребят, вот такой вот антигриф, ребят, IP-порт данного сервера оставлю в описании, сервер называется OGame, еще раз повторюсь, группа ВКонтакте, также донат услуги. Заходите, играйте. Тут также разрешено гриферить. Это очень хорошо. Ну все, ребят, если вам хоть чуть-чуть понравилось, то обязательно поставьте большой-большой лайк. А также, если вам не понравилось, то тоже ставьте лайк. Ну все, ребят, давайте наберем 200 лайков, и я выпущу новый видеоролик. Ну все, ребят, всем удачи, всем пока!